Книга «Открытым оком», первый том. Опрос 249. Политика. В новостях показали, что Путин, несмотря на кратковременный визит в США, посетил храмы, службы и имел общение с владыками Манхэттенским, один Московской патриархии, другой РПЦЗ. Что вы скажете? Речь, кажется, шла об объединении их, о митрополите Виталии, мол, он старый и подвергался давлению других владык, рукополагал запрещенных клириков. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Путин для многих считается образцом верующего. Он и крестится рукой, и в храме стоит его жена Людмила. Но это все идет бессовестная игра масонов. Обольстительные маневры машкары. Он зажигает светильники в синагоге жидовской, у тех, кто имя Христа даже произнести не должен по их учению. И Путин должен быть отлучен на много лет и стоять с пеплом на голове в числе плачущих. Пойдет ли на это патриарх и сам Владимир Владимирович? И им это все и на дух не нужно. Читает ли он правила и земные поклоны ему по плечу? Он уже сегодня же должен быть многократно отлучен за нарушение многих канонов церкви. Русь православная, номер 1112 за 2001 год. Зачем нужно и кому это объединение, когда нет покаяния за предательство, за Сергиевскую декларацию, когда еще не вышли из экуменического движения? Это все плоды обмерщения, истину Божию заменили ложью, скрыли Евангелие от народа и на первое место поставили богослужение вместо живой проповеди, чтобы Слово Божие было положено во главу угла. Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И посмотришь на этих дедушек в клобуках-котелках, они или вовсе безбожники, или это только призраки, никого и нет, а так, муляж один. Толкуют о чем-то, все возятся с мощами, и за икону ухватились в несколько рук дюжих, и не идут на проповедь. Они совершенно чужие евангельскому духу любви. Народ погибает во всех грехах, а они тонны нечистых свечей жгут. Прочтите Исаию первую главу и ужаснитесь. Она полностью о нас. Путин путает только людей. Он бы прямо сказал о себе, что ему нужно сильное государство, чтобы к нам относились с трепетом, а для этого нужно объединить здесь всех людей». Как Шойгу сказал, а он помощнику президента, что пойдем на соединение хотя бы и с дьяволом, только чтобы победить чеченцев. А сами творят предательство наших в Чечне и по всему миру, подставляя под свои же пули Сергиево-Посадские ОМОНы. Митрополит Виталий давным-давно сам уже ушел бы и молился на покое. А им сейчас пользуются – как Соломаном-молчальником, издеваются бессовестно над преклонной старостью, выставляя на позор его немощи и старческую забывчивость. Грех хамов творят в этом все. Кто сейчас им пользуется, как щитом, знаменем патриота. Потому и отлученных ранее рукополагают. И ни те, ни другие не идут в мир, куда Христос послал своих истинных учеников.